Где хочу, там и торгую. Стихийные торговцы со своим товаром, преимущественно сезонными овощами, фруктами и ягодами, снова запланили на улице Шалимова часть тротуара, проходящего вдоль ограды центрального рынка. Навести порядок и рассказать теневым предпринимателям о законе, который они явно нарушают, вышла специальная комиссия, состоящая из сотрудников горотдела полиции, представителей государственного предприятия «Рынки Донбасса» и специалиста торгового отдела администрации Харциска. Поводом для проверки послужили жалобы харцизян, которые сетуют, что в разгар рабочего дня по тротуару не пройти, не проехать с детской коляской мимо коробок, банок и ведер, которыми заставлен асфальт. Передвижение пешеходам во многом дополнительно усложняют многочисленные пляжные зонты. К тому же тротуарные продавцы отнимают законную прибыль у тех, кто регулярно платит налоги. Первый день рейда носил профилактический характер, без составления админпротоколов. Со стихийными торговцами просто проводились беседы. Этот способ для некоторых граждан оказался вполне действенным. Нарушители сворачивали торговлю земли и переходили на территорию рынка. Однако комиссия предупреждает, что уже с завтрашнего дня за незаконную торговлю вне территории рынка нарушителям будут выписываться предписания, затем последуют штрафы с изыманием товара.